Калининград встретил зареченцев прохладно. Балтийский климат славится своим непостоянством. Как люди выдерживают там вот этот вот ветер. Он, пока мы были на корабле, он постоянно там дул, и мы все замерзли, а морякам они что-то стояли и разговаривали с нами, как обычно. Привыкли. Они уже адаптировались к этой ситуации. Не в пример погоде калининградцы оказали теплый прием. Во время экскурсии воображение гостей поразила и архитектура. Очень величественное, красивое здание и простор, то есть там такие большие улицы, там очень много зелени на самом деле. Ну и приветливые, конечно же, люди. В Балтийске ребята побывали на двух подшефных кораблях. На ракетоносцах военно-морского флота «Заречный» и Михаил Васильевич Проценко несут службу наши земляки. Помимо вооружения кораблей, школьникам было интересно, в каких условиях несут службу моряки. Маленькие проходы, неудобно там лазить по ним. Я вот не знаю, как, когда в критический момент люди так быстро перемещаются по кораблю. На корабле, конечно, суровые условия у них, но я думаю, это стоит того, служба на корабле. За время поездки, рассказывают школьники, они успели завязать интересные знакомства. А по возвращении многие пополнили свои странички в социальных сетях новыми контактами и фотографиями с Балтики. Галина Захарова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный».